Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мудан. Давно мы не снимали рубрику «Челлендж, что внутри?». И сегодня будет челлендж «Что внутри телефона Nokia?». Модель 105 RM1133, телефон 2015 года выпуска. Начинаем челлендж. Снимаем заднюю крышку. Откручиваем два винтика, которые по периметру корпуса. Эти винты можно и откручивать отверточкой с маркировкой Т4. Так, и берем плоскую отвертку, поддеваем. Да, вот у меня уже вот было такое. Вот я вот разбирал эту Nokia и немножко повредил корпус. Вот, винты уже попадали. Так, плату уже снял. На задней части находится разговорный динамик, разъем под зарядку. Музыкальный динамик. На плате сзади находятся датчики. Это контакты к динамику. Разъем под микро-USB зарядку. Он тут припаян. Это держатели дисплея. Я так думаю, вот это слоты под сим-карту. Вот там вот светодиоды подсветки. И металлические экраны. Но они там припаянные. Их невозможно разобрать. Это контактный блок и батарейка IBIS. Начинаем следующую разборку. Снимаем рамку клавиатуры. Можно мне еще и пальцами снять. Снял, ну. Тут вот уже вот была вот клавиатура была испачкана, но я ее вот почистил, но телефону это не помогло восстановиться. Это вот шлейфы дисплея. Давайте-ка посмотрим, что под дисплейкой прячется. Ой, так дисплей, по-моему, лучше вот так сделаю. Раз. Это легкий способ снять дисплей. вот он и дисплей. Но там уже эти дисплеи, они уже не так снимаются, вот так отщелкивать шлейфы. Там уже надо паяльником работать. Дисплеи там паяются. Ну, это вот у нас подсоединялся туда коаксиальный кабель. Не, я думаю, что это антенна. Антенна, наверное. Ну и все. Вот такой был короткий челлендж на что внутри на Nokia 105 RM1133. Собираем телефон обратно. Вставляем плату на место. Она очень легко туда вставляется. Так, плату вставили. Сейчас ее плотно ставим, чтобы она не выпала. И вот у меня самый легкий способ сборки, это его вот так собрать. Так, берем винтик. Вставляем его в отверстие. Закручиваем все два винта. Так, вот последний винтик. И его тоже закручиваем. Ну все, винты закрутил. Вставляем заднюю крышку. Ну и все, кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров, и челленджей, что внутри.